скрытых маны мелких тара. Чогун маны, чому церкви. Истин бол койум. Истегілі білейдер, түйерттегілері бейдер. Туймада туналғанна үйеғын. Икіс күне үйіне, сарғылағы үйеқпыт салғанар кеме. Келле. Из дальних мест, из ближних краев, во множестве своем, из разных сторон окраин, восьмикрайней осьмиободной, непоколебимо устроенной, высокими холмами обнесенной, реками, океанами окаймленной, широкой, нескончаемой матушки земли, прибывших гостей дорогих, приветствовать на счастливой широкой обители долине Туймада час настал. Улу Туймада сарглағы ғығын үтік маны өлтіп тара күнді дұғытты. Икі күнне түн көрін ары көгіліттен тұтты бұд. Өрін кәті үрдігін көрді бұд. Жол бұт ұхата, сор бұт соната. Саха кейтін санатын сидерен, сирпитит читигер, аналақчын қотумна, от мастына қоларугар, игири-игири сиеттеригер, мақтаныығын. Алғағы ағай батыннар, сыйханы көрбетіннер, күрі қарақтарынан күнчарый баққа, сылас тыннарынан илделе тыннер. Улу эбедит арит читигер, үнен сүктен мақтал тылларын әтиегін, алғыс бұтын аныағын, чумпуран ихиен үмуяғын. Уважаемые гости Исяха Туймады, встречая второе солнце нашего праздника белого изобилия, мы возвещаем вам великую радость наступления благодатного времени. Пришло время древнего таинства. Пришла пора воздать благодарность духу хозяйки изначальной Матери Земли, священному началу всего живого, достопочтенной Аналахчин Хотун. Настал час благословения, пришло время Алгыса. Күйек қалланан нығар, бұр серүр дүгер, әбігелер бит, айы сіредіхіннере, ұлы туймады қочотын ұртатуғар келен, ұғы ғыспыт, айы түхілге бітігер, бітігі тоғыларынан, сіредой дұну арчылатан, тоғыз добын дұғы қаллан домғыттарығар, ағыз аламаймаған қаллан арчығыттарығар, сәттекіл бен қаллан сен кәхіттерігер, арғыста сонын санныгар кәден, ар алғыс чыт, үне сүкте көрдіғі ие. Үрін тунақ түхілгетін, ұғық түмік түр түгенін, ұруйду айқаллы иелдер. На благословенной обители долины Туймада Эллей-Вотурам, предкам нашим, предначертанный обычай повторяя, учрежденный завет соблюдая, мы, размножившиеся по предназначению, дети солнечного племени Аи, с золотыми поводьями за спиной, с чувством доброты час воздаяния устроили. По неверному пути не ступавшие девять юных молодцев-журавлей, ложного слова не сказавшие восемь девиц-стерхов, во главе с уважаемым старцем Алгысчитом, в больших чуронах, ничьими устами не испробованный, в честь благословенного имени Матери всего сущего на земле, Аналахчин Хотун, благословенный напиток с почтением подносят. Прося благословения и радость, протянув руки к небу, светлые силы призываем,
с благодарностью и молением в честь славного праздника Исех на земле Усть-Хатын низко кланяемся, чтобы жизнь наша нескончаемо процветала всегда, чтобы тюгельге наше вовеки не распалось. Айхал Мишель! Тоз қаллан олықта үтем аны үдігайылар бөді.
буковарыгатын рюмайдойна на атана тан сон сурардан кинина шрейдан чөддөнна атан ребет сакамык бүгүтна на түгөбөлөр бүгүстерин тутуган эгене тыктан вастан мактанан турама даяк тутакып болун атана мукта бүстерге сүтэн семелиан хабатын иттен көддөргө дөйүткен тулбутун эспитин сер битин томмутун Bu nartın narota büster garsi petsim leybeten igare kencere çepet keskilin keskilen Jollah illa ayla su butun ehdi uyan kedden direngi ütü veğatnen sılas tıngıtınan su but olğun bulların duyen sılas konuktur gorupta cangıt artçılan aramatçılan Көддөр көддөй бүтүн атар атта бүтүн ылынын дүген ана менен аттакпыт болгон. Туско, 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 уруй айхал болуктун айхал мичел Дарби тулатыннар, айкаллар бит элбетиннер, жолохолох кимат үстүн, уруй айкал болохтун, уруй айкал. Айхал Мишель! Туско! 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 Айы аймагын, ай гүрселік сімәкте, Алдуғ маға селіхіттен чинген, Сириедерін кериеде, Төребіт буыргудуттан, Туймада кочутуттан, селистардан, Аяр үлэгит, чечири сайыннын, Жоғынна клакыт, дойдуга дуорайдын, Улу туймада хыагар, уруй айкал. Словно крепкие корни вечного древа жизни Ал-Лукмас держатся за родимую мать-землю, Так и мы будем держаться за нашу Родину, за нашу землю, за наши традиции. Пусть каждый из нас станет частью богатейшей и славной истории нашей республики Сахасере. Пусть у каждого жизнь сложится, и слава о праведных трудах на весь мир разойдется. Сайдаюне турдун. Сака республикете, айкал мичил, уруй туску, уруй айкал. Пусть наш эсех на долине Туймада с вечным круговоротом земли всегда возвращается. Пусть наша широкая обитель расцветает с каждым годом все краше и краше. Пусть небо и земля торжествуют. В эти благодатные, благословенные дни. Уруй Айхал!
начинается торжественная церемония передачи огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Будь славен спорт, будь вечно сердцем молод, нет силы благороднее твоей, способной сделать мир еще добрее, а жизнь людей сплоченней и дружней. Доставляй же радость, удовольствие, счастье людям, спорт. Спорт – ты мир, спорт – ты благородство. Для старта эстафеты огня в городе Якутске и передачи огня Приморскому краю на сцену приглашаются заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников, глава городского округа город Якутск Евгений Николаевич Григорьев, президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Владимирович Максимов, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Анзорьевич Кузнецов. Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые 4 года с 1996 года, охватывающие весь азиатский континент, а также некоторые регионы нашей страны. Игры были организованы во знаменование столетия современного олимпийского движения по инициативе первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева. Девиз игр – «От дружбы в спорте к миру на земле» и «Дети Азии. Начало побед». За последние 25 лет участниками игр стали более 10 тысяч юных спортсменов из более чем 30 стран Азии, которые впоследствии становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента. В этом году игры «Дети Азии» по 19 видам спорта состоятся в городе Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Помимо соревновательной части, неотъемлемой частью проведения игр является эстафета огня. 24 июня огонь игр зажжен на территории национального парка «Ленские столбы» в Республике Саха-Якутия. Огонь игр пробежит в два этапа. Первый этап – эстафета в городе Якутске. И второй этап – эстафета по всей территории Приморского края. Внимание! Мы начинаем торжественную церемонию старта эстафеты огня игр в городе Якутске и передачи огня Приморскому краю. Итак, жители города Якутска и гости национального праздника ИСЭХ, встречаем огонь 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Капсулу несут хранители огня, которые будут сопровождать огонь по всей протяженности эстафеты до церемонии открытия игр в городе Владивостоке. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Үтө күннен күндү сахабыт сирен буку баралоктоктора ытык маны өлжеттар эгинде барыгытын улу туймада үрүм тунахыга ыгыллыбытнан ваннанге этенге ытылла турарындан исүрак биттен эгерде ибин көңүллер күндү доктор бүгүн биеха хас билди битигер долгутулак күн
Ол көрдік Сахар Республикатын бастығы президент Михаил Ефимович Николаев түріттәбіт Азия оғылырын анды тұтағы спортивіне күрәға. Отын тымтыға манна түрәбіт сірігер ұматылылан Приморский край делегациядығар тұттырылар кені үйінне. Аны бір ұйынан Приморский крайға Ловадиасток қоракқа Азия оғылыра международный спортивіне күрәк сағалын яға. Уважаемые жители и гости Исыха Туймады, от имени правительства республики поздравляю вас с проведением национального праздника Исых Туймады и с началом передачи эстафеты огня международных спортивных игр «Дети Азии». Для нас, для каждого жителя этот волнительный день, поскольку инициированный еще президентом, первым президентом нашей республики Михаилом Ефимовичем Николаевым, игры пройдут уже во Владивостоке, Приморском крае в конце июля, в начале августа. И отрадно, что эстафета огня начинается с исторической родины спортивных игр «Дети Азии», с города Якутска. И жители республики с большим воодушевлением приняли новость о том, что глава республики инициировал проведение следующих спортивных игр «Дети Азии» в 2024 году в городе Якутске Республики Саха-Якутия. Уважаемые жители и гости столицы, мы уверены, что наши коллеги Приморский край на высоком организационном уровне подготовят и проведут спортивные игры «Дети Азии», и в нем примут участие спортсмены со многих уголков страны и мира. С праздником! Уруй! Айхал! Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Доктабуллах, туймада гэгэн. Китачылара, гэджиттара, туймада тонатан улықтоқтора, гэдэк маны гэджиттар бэд. Гэгбэд, икіш күне официальным программата хағалынарынан ити-итик истинник әгәрдәлебін. Бүгін бейтіне күйтер спорт, арас көріңе, білігін бейге Дети Азии, уотын, үрілі уотын, тексерәгінге күттіғ бэд. Ол кәне дүгін өнню тағалыны спорту хәңір әчілігі осын бүйін үші күн өнюе. Бейіға жүкусы көрі тоқты оқтырғыр игрі дейті әзі икі ғылынан төннен келері үргені көйгір онны өвердір. Дорогие друзья, участники торжественной церемонии передачи огня, я поздравляю вас всех с тем, что мы участвуем в историческом моменте. Желаю каждому из вас хорошего настроения. Наслаждайтесь нашим праздником. Сегодня день спорта. Спасибо. Дорогие друзья, первый факел эстафеты зажигает заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Ура! Первый факел эстафеты зажжен! Эстафету огня седьмых международных спортивных игр «Дети Азии» начинает четырехкратный чемпион России, двухкратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, заслуженный мастер спорта Российской Федерации по боксу Василий
Егоров. Огонь игр передан победительнице первенства России 2021 года по пулевой стрельбе Алине Готовцевой. Для многих юных спортсменов игры становятся первым международным стартом и трамплином в большой спорт. Огонь игр принимает призер первенства России 2022 года по легкой атлетике Данил Андросов. Огонь игр принимает пятикратная чемпионка России по марафону, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Сардана Трофимова. Слово предоставляется президенту Международного комитета игр «Дети Азии» Владимиру Владимировичу Максимову. Дорогие друзья, разрешите от имени Международного комитета игр «Дети Азии» поздравить вас всех с национальным праздником Исех Туймада. И с началом старта эстафеты 7-х международных спортивных игр «Дети Азии»
Сегодня Якутск дал старт той идее, которая зародилась в 96-м году в нашей республике и продвигается сегодня по всему азиатскому континенту. Дорогие друзья, в 2018 году Международный комитет игр «Дети Азии» принял решение о том, что где бы игры ни проходили, когда бы они ни проходили, огонь международных спортивных игр «Дети Азии» будет всегда зажигаться в национальном парке «Ленские столбы» Республики Саха-Якутия. Сегодня мы становимся свидетелями, что город Якутск дает старт эстафете огня международных спортивных игр «Дети Азии». Такая же эстафета нас ждет зимой при старте эстафеты вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в 2023 году в городе Кемерово. Дорогие друзья, пусть огонь, зажженный на священной якутской земле, подарит всем участникам, гостям седьмых международных спортивных игр «Дети Азии» тепло наших сердец, тепло жителей Республики Саха-Якутия, которые любят спорт, которые любят физическую культуру, делают все для того, чтобы наша страна процветала. Пожелаем удачи хранителям огня. Я с большой честью передаю огонь седьмых международных спортивных игр «Дети Азии» представителю Организационного комитета седьмых игр, министру физической культуры и спорта Приморского края Жану Зоричу Кузнецову. Частица огня передается президенту Международного комитета игр «Дети Азии» для передачи и дальнейшей транспортировки оргкомитету седьмых международных спортивных игр «Дети Азии». Слово предоставляется министру физической культуры и спорта Приморского края Жану Анзорьевичу Кузнецову. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемый Сергей Васильевич, уважаемый народ Якутии, разрешите мне от имени правительства Приморского края, губернатора Олега Николаевича Кожемяка и от себя лично поприветствовать вас сегодня здесь и поздравить с национальным праздником ИСЫХ. Дорогие друзья, позвольте зачитать приветственный адрес. От лица приморцев сердечно поздравляю жителей республики Саха-Якутия со столетием образования Якутской АССР. Республика Саха-Якутия – это великая земля с уникальной природой и щедрыми недрами, многовековыми традициями. Но главное богатство – это, конечно, люди. Мужественные, добрые, трудолюбивые, целеустремленные, одаренные разносторонними талантами и внесшие неоценимый вклад во многие сферы жизни. Якутия прославилась проведением международных турниров по многим видам спорта, среди которых национальные – получившие мировую известность и популярность, масс-рестлинг, борьба хапсагай и другие. В 1996 году в республике Саха-Якутия зародились спортивные игры «Дети Азии», которые из республиканских соревнований выросли в крупнейшие международные старты среди юношества и придали мощный импульс развитию детского спорта в России и азиатском континенте. В этом году седьмые международные спортивные игры «Дети Азии» впервые пройдут в Приморском крае,
что еще больше укрепит спортивные связи между нашими регионами. Вековой юбилей – знаменательная дата, которая станет точкой отсчета для новых начинаний, масштабных проектов и высоких достижений. От всей души желаю Республике Саха-Якутия процветания, а ее жителям – добра, мира и благополучия. С уважением, губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяка. Уважаемые друзья, в честь дружбы с большим уважением от правительства Приморского края я хочу вручить этот подарок, картину, который отождествляет столицу Дальнего Востока, город Владивосток, Приморский край, мост Золотой и маяк Токаревский. Спорт сближает государства и народы, призывая к миру, дружбе и честному состязанию. Спортивные успехи – это лицо любой страны, региона, города. Мы желаем нашей сборной команде спортивных успехов и удачи в соревнованиях международных спортивных игр «Дети Азии». Наша гордость, наша слава, Русь, спортивная страна, олимпийская держава рекордсменами сильна. В городах больших и малых спорт в заботливых руках, стадионы, корты, залы вырастают на глазах.